Долгожданное новоселье в Рускинской отметили переселенцы из аварийного жилья. Новую четырехэтажку сдали еще в конце прошлого года. 32 квартиры выкупила администрация Сургутского района. На эти цели потратили около 100 миллионов рублей. 27 ключей выдали переселяющимся из аварийного фонда. Еще 5 квартир приобретались под служебные нужды. Накануне новостройку оценила и глава округа Наталья Комарова. Сотрудники администрации муниципалитета сообщили губернатору, что новоселье продолжится. Уже сейчас в Рускинской возводится еще один дом на 56 квартир. В Рускинской практически весь аварийный жилфонд мы расселили, но мы с вами знаем, что кроме уже признанного аварийного жилфонда, есть то количество деревянного непригодного фонда, которое в той или иной степени признается аварийным. Поэтому в Рускинской такие дома тоже появились, поэтому за следующим домом этот же застройщик уже начал возведение второго дома, он в два раза больше, уже на 56 квартир, которое позволит из списка очередности подвинуть деревню Рускинской и полностью решить проблему с аварийным жильем.